Я скрафчу себе калаш. Ну теперь они вам не угроза. Ну у тебя лук, а у меня и калаш. Борзый пес. Здарова, народ! Это новая серия зимнего выживания, новогоднего выживания. И в прошлой серии мы сделали вот такой террариум с кактусами и гараж для машины. И как вы видите, кактусы просто выросли. Смотрите, тут не только тут не только кактусы выросли, тут еще выросла тыква, которую я могу на себя, кстати, одеть. Давайте, это сейчас я и сделаю. Вот, оп. Так, собственно, в тыкве я выгляжу нормально так. Ну вот, не об этом. Собственно, кактусы у нас выросли в зимних условиях. Давайте заново их посадим. Собственно, и я уже переплавил кактусы, как бы. Вот. Так, тростник еще вырос. Так, это пускай Леха сам тут разбирается. Собственно, пошли. Сейчас время позднее немножко. Сейчас Фанни Гуфи только играет на серве. Но это не важно. За это время мы успели сделать вот такие офигенские ворота. Вот, кстати, домик Лехи. Огородить вот таким вот забором, собственно. Вот так вот он открывается, вот. То есть тут факел мы повесили. То есть это специальная дорога для транспорта. Мы уже все заготовили. То есть потом мы сделаем вертолетную площадку. Так, давайте сейчас с забором пока что покончено. Да, ох ты, там дыры уже, там мобы разломали все. Так, покажем ферму змеиную под названием Чушка. Вот. Тут у нас живет очень много змей. Вот, их можно вот так вот на себя брать, этих змеек. Так, тут живет Шрек 228, Хованский, Головастик, Ларин. Но Ларин с Хованским что-то тут не дерутся особо, ну да ладно. А, вот. И Кикосик, он что-то провалился под землю. Но это не важно. Ладно, пошли отсюда. Собственно, потом еще добавим змеек сюда. Собственно, мне много писали насчет того, то, что... Как поучаствовать в съемках зимних выживаний, зимнего, новогоднего приключения, новогодних приключений? А все просто. В будущих сериях я сделаю набор в это вот. Ой, тут, собственно, какой-то слон живет. Ладно, сделали мы еще вот, вернее, Гуфи сделал вот такую фигню. А тут можно крафтить броню американскую и прочую. Так, и сейчас мы, собственно, будем крафтить. Что мы будем крафтить? Правильно, оружие. Так как я не взял сейчас рычаг, то полезли Гуфи через такой вход. Вот. Угу. Так. Во, у меня уже все тут подготовлено. То есть вот как это крафтится, это все дело. То есть берется вот так вот и все. Так, нам понадобится порох. Вот как вы видите, я уже тут из колес начал делать машину почти что, на первых стадиях только. Так, это собираем и крафтим. Собственно, этот стол крафтится... Ух ты, это чё? Уплотнитель для труб, понятно. Эта хрень крафтится вот так. Все, ящик с современным оружием готов. Так, пока что все сюда запихнем, чтобы не мешалось. Так, порох оставим, и нам нужны железные слитки. Так, Гуфи. Ты где пошли? Пошли, поставим в эту хлобутку оружие, и мы сейчас будем делать, ребят, оружие. То есть вот это оружейное, такой шкафчик. То есть здесь можно делать броню, а здесь оружие. Так. Ну, я думаю, нужно сейчас делать на первое время... Даже не знаю, что сделать. М-ку. Во, калаш! Так, я думаю, надо калаш на первое время сделать. Так, буду с калашом, значит, бегать, потому что на другой у меня пока что нет ничего. Так, тащи дуб. Тащи дуб. Собственно, сейчас Гуфи принесет дуб, и я скрафчу себе калашик. Собственно, калашик покажу, как из него стрелять. Вот. И все в таком духе. Накидали мне. Так, дубы накидали. Окей, так. И сделаем... себе калашик. Вот калашик. Так, и еще патрончиков. Во. Так, и еще патрончиков. Мне мало патронов. Во, все, отлично. Так, застакать больше не получится. Ну окей. Вот как выглядит калаш. Давайте его перезарядим.
Офигенно. Все, чуки, у нас теперь есть оружие. Хотя мы сможем ночью нормально перестреливаться. То есть, не. Вот, все, это больше не нужно, это прошлый век. Все, заменяю его пока что на калаш. Когда кончатся потрошки, то я, конечно же, переключусь на лук, но пока что не. Все, вот, калаш готов. Дай 10 дуба. Да на, весь забирай, нафиг он мне не нужен. Вот. Собственно, печера у нас тут завалила шахту. И давайте протестим калаш на свиноте, пухе. Ибо у нас много таких тут водится. Так, как вы видите, он очень живучий, этот свинота. Потому что это мутант. Ну, естественно, это мутант. Так, у нас, как видите, вот такая вот тут елочка стоит. А, ща покажу. Вот я в доме тоже так разукрасил. Собственно, вот Фанни и Гуфи дом. Дом Фанни и Гуфи. Мы поставили тут почтовые ящики, чтобы можно было посылочки друг другу передавать. Звоночки, там еще какую-нибудь фигню. Вот, то есть все вот так офигенски выглядит внутри. Вот. Собственно, просто везде стоят звонки, двери, почтовые ящики и прочее. А это мы сожгли, кстати. Так вот, сейчас, я думаю, мы отправимся в шахту. О, он тоже сделал себе калаш. Отлично, отлично. Сейчас отправимся в шахту. Вот тут вот есть, ну не шахта, а дырка, где вводятся мобы всякие. И попробуем их расстрелять. Минус. Так, тут кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? Если вы меня слышите, отзовитесь. Так, что-то, по-моему, никого. О-о-о-о! Ух ты, нормально так завалил, кстати. Вот во всяких летсплеях я просто направо и налево тратил патроны, а сейчас мне как-то даже, знаете, жалко, что ли, тратить. Так вот, чуваки, сейчас настанет ночь, и ночью я как раз-таки покажу вам, как работает калаш. Просто как он работает в полную силу. Это будет, по-моему, офигенски. Давайте. Так, чуваки, собственно, сейчас настанет ночь. Вот, почти уже закат, тут появился какой-то Шрек, и давайте протестируем. Во, убили его, с него выпало 2 обсидиана, отлично. Сейчас постреляем по свинотам. Слава богу, таких тут много живет, поэтому их не жалко. И с них плюс еще ничего не падает. О, а, мне показалась там дырка в заборе. Собственно, давайте сейчас... Ох ты ж, вон, ой-ой-ой. Волчок, серый бачок. Ты что же, не надо на меня так нападать. Так, собственно, мы, когда будем крафтить машину, да, а я думаю, это будет в следующей серии, нам нужно, короче, надобывать много шкур, чтобы из них сделать кожу. Типа, шкуру содрать и кожу получить. Потому что для кожи нужны эти... колеса. Для колес, вернее, нужна кожа. Ой, тут слон стоит. Я специально поставил табличку, чтобы не крафтили машины, потому что я хочу показать в видосе. И сейчас покажу тачки, которые можно будет скрафтить. То есть вот, я установил парочку паков на сервак, типа, можно сделать вот такой УАЗик, вот такой, с открытой крышей, вот. То есть остальные пока я не буду нажимать, а то крашнется еще, не дай бог. Так вот, вот такие вот можно будет сделать тачки. Собственно, чуваки, пишите в комментарии, какую тачку сделать. Вот такую, такую, такую или вот такую. Собственно, вот, пишите. Тут еще вот есть один пак, но он у меня не стоит, ну да ладно. Потом покажем вам, собственно. Сейчас пойдем тестировать автомат калашников. Автомат калашников, замечательного человека. Автомат, который уже умер, но да ладно. Все равно во всех играх он будет... вечным. Так. Тут у нас мобы не спаунятся, потому что мы всю деревню оградили. О, не, это спаунится. Вон, смотрите. Сейчас лонгшот сделаю. Попал. Не попал. Ладно, пошли завалим этого крипера. Ой-ой-ой-ой-ой. Летит, летит, летит. Ой, там еще заспаунили. Смотрите-ка. Ну, теперь они нам не угроза. Все, теперь они нам не угроза. О! Бежит, бежит, бежит. Смотрите, смотрите. Ой! Паук еще. Ну все, чуваки. Отлично. Только жалко это патронов мало. А, хотя. Смотрите. Ой, еще криперочки. Получай с ноги по почке.
Так. Ну давай, давай, минус, минус. Все, минус. Еще один. Минус крипер. Так, кто стреляет по мне? А-а-а! Ну у тебя лук, а у меня калаш. Как думаешь, что лучше? По-моему, лук. Ладно. Не, чуваки, реально, блин, калаш это реально тема. То есть, может там накрафтить еще много всякого оружия. Гуфи там стреляет с лука. Ой-ой-ой, закончились патроны. Вот для таких ситуаций, вот как раз-таки, вот нож и нужен. Там меч какой-нибудь и прочая фигня. То есть, отлично, все, у нас как бы есть калаш. А, да, ну я так понял, что он патрон. Ой-ой-ой-ой-ой. Лошадь, ты куда забралась? Вали-ка отсюда. Ой, слизняк. Во, против ведьм как раз-таки вот калаш тоже эффективный, потому что так ложишься, вот, и она тебя зельями не закидает. Ух ты, светопыль. Отлично. Слушай. Ой, блин, я думал, ты крипер прибежал. Так, окей. То есть все, мобы теперь нас боятся, у нас есть автомат Калашникова. А, и я, пожалуй, сейчас зайду к себе домой. Это делается вот так вот. Вот. Так, не, братан, ты офигел немного. Ты немного офигел. Зашел в мой дом, как домой пришел, да, слушай. И, собственно, вот как все это. Так. Как это лампово выглядит, то есть. Вот тут подарочки, всякие носочки висят, прочая фиготень. Так, это я, пожалуй, повешу сюда. Вот, то есть, офигенно. То есть, когда будет полный сервак, да, я начну серию с того, что усажу здесь всех за стол и буду вот что-нибудь рассказывать вам. Такие дела, то есть, все отлично. Так, собственно, оружие мы скрафтили, теперь ребята тоже могут крафтить оружие, отлично. И давайте еще постреляем немного. Например, по тому скелету. Отлично. Так, его убили. И просто для полного счастья нам еще нужна тачка. Вот я как раз-таки дороги сделал. Ой. Летит, летит, летит ко мне, а. Реактивная тяга, а. Все, минус. О, морковка, отлично. Надо, пожалуй, деревенщине подогнать. Или давайте покажу вам еще один домик тут есть. А, ну, домик Котеняси, я показывал вам его. Но она обновила его немного. У нее появился огород. Вот. Так, посадим ей еще. Настя, если ты смотришь это видео, то вот, пожалуйста, я... Я ухай! Так, слава богу, я поставил, чтобы криперы ничего не взрывали. Я ухожу за твоим огородом. Чё? Да ну. Я, короче, когда сдох, там баг есть такой, то, типа, позажимается и патроны тратится. Блин, ну ненавижу такое. Честно, я это... Ну, что-то... О-о-о! Волчок, серый бачок, иди сюда. Чё с ним? Ты чё такой прыгучий? Блин. Так, нет. Скелета надо валить. А, завалил. Так, на, по щам. Давай, прыгай, прыгай, прыгай. Так, чуваки, у нас закончились патроны. Это фигово. Так, Настя, я предлагаю обмен. И мне не важно, согласишься ты или нет. Но я, короче, меняю твой... Это, посадить твой огород на железо. Ничего личного, я тебе еще накопаю. Вот. Все нормально. Так, побежали в нашу хлобутку. И закинем сюда сейчас потрошек. Потрошки, чтобы были. Так, все. Отлично. Ой, кто слона бьет? А, не, я думал слона бьет. Не, нормально. Слон пока что там в гараже стоит, как тачка какая-нибудь. Ой. Это Гуфи убил. Вервольф. Ну чё, мы отомстим сейчас ему. Иди сюда, волчина. Борзый пёс. Да ты, чё ты своим луком не сделаешь, а? Он по сравнению с калашом как щекотка бьёт. Так. Да ты, пёс, умирать будешь, не? Моб, дядя пёс. Да ё-моё, ты чё, бессмертный? О, убили, все отлично. Убили вашего волка. Так. И, собственно, вот как работает автомат Калашникова. По-моему,
Отлично. Вот. То есть всех просто расстреляли. Кстати, на эндерменов он не действует. Сейчас покажу. То есть когда стреляю, он телепортируется просто, и все. И издает такие звуки, как я после шавермы с Тульского вокзала. Ой-ой-ой-ой-ой, вы что же делаете, ребятки-то? Что же вы делаете-то? Что робите? Да ты уймись. А то прыгают тут неугомонные шилы в жопе. Да ё-моё, залезай. Так, тут еще один крипер. Реактивный крипер, все, убили его. И надо, пожалуй... О, я стрелял в него, он сагрился на Гуфи. Так, собственно, в следующей серии, я думаю, мы все-таки сделаем тачку. Пишите в комментарии, какую сделать тачку нам, еще раз. Чтобы мы все уехали куда-нибудь там. Тут, короче, есть прикольные локации с горами. Вот, можем туда поехать. Такие дела. Так, Настя, вот, держи. Ой, не туда скинул. Вот сюда надо скидывать. Короче, я тебе все скину. Пшеницу, там, прочую фигню. Вот. Блин. Так, я не понял, что это сейчас было. Что сейчас было, а? Слышь ты? Вот все. Дострелялся, да? Так, и у меня опять закончились патроны, но ничего страшного. Все-таки, как бы рукой или стрелами я их бы дольше убивал бы. А это, блин, вообще нормас. Так, Гуфи там прыгает. Стоп. Гуфи, давайте протестируем на нем коллаж. Можно на тебе коллаж протестить? Сейчас посмотрим, сколько отнимет у него. Стой на месте. С двух патронов убило. С двух патронов убило. Офигеть, чуваки. То есть игроки без одежды просто убиваются с двух патронов. Офигеть. Лол. Так, ну больше у меня патронов нету. Вот, больше нет патронов. Собственно, чуваки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте хорошие комментарии. Всем удачи и пока. И да, пишите, какую тачку скрафтить сейчас. Вот эту, эту, эту или эту. Говорите, пишите в комментарии. Ну или взять этот Вилли Джип. Ой, не этот. Ну короче, давайте, пишите. И всем пока!